Добрый день, меня зовут Наталья. Я бы хотела оставить свой отзыв о марафоне о депривации сна со Светланой Лавровой. Этот марафон получился очень душевный. Я у Светланы уже на третьем марафоне по счету. И из марафона в марафон информация не повторяется. Мне очень понравилось быть в поле Светланы. Я внимаю каждому слову. Вы знаете, настолько она чистый человек и дает так интересную информацию. Она переворачивает просто сознание. Когда вот из каждого утюга нам говорят, что привычка вырабатывается за 21 день, то Светлана совершенно дает иную информацию на все вопросы. Я даже ловлю себя на том, что когда я слушаю какой-либо эпитет, я сравниваю, а что бы на него сказала Светлана. Мне очень понравилось, я сегодня проснулась в 3 часа ночи, переделала кучу дел. Супер! Я мечтаю побывать у нее на всех марафонах. И вы знаете, если в начале этого года я еще... Для меня было просто нереально попасть на ретрит. Для меня это были какие-то бешеные суммы, нереальность, невозможность туда попасть. То есть сейчас я твердо уверена, что я обязательно попаду на ретрит. И я очень рада, что Светлана с такой щедростью делится информацией искренне, желает нам только добра. Я ее обожаю. Спасибо ей за все. До свидания.